Друзья, всем привет! В этом видео мы будем делать теплый пол. Теплый пол мы будем делать в доме, дом, который мы строим для себя. Здесь мы будем прокладывать трубы под теплый пол. И, соответственно, я покажу вам, как это будет происходить, процесс этой работы, что для этого нужно и что лучше знать перед тем, как начать делать эту работу. Расскажу кое-какие моменты по этому поводу, ну, дам, как всегда, полезные советы относительно данной работы. Поэтому смотрите это видео про теплый пол. Ну, а я начинаю. Поехали! Теплый пол мы будем делать в доме размером 5 на 10, ну, то есть где-то 50 квадратных метров. Будем укладывать теплый пол только в те места, где у нас не будут находиться конструкции из гипсокартона. Поэтому перед тем, как уложить теплый пол, обязательно нужно прочертить и нарисовать контур, примерное расположение этих конструкций, чтобы случайным образом просто не просверлить трубу, которая находится в полу. Поэтому сделаю обзор данного помещения, данным расположением труб. В общем, все, что нужно будет знать перед тем, как будут возводиться конструкции, и это будет в этом видео. В общем, это видео будет как полезно так и для вас, так и для меня. Это дверь. Мы отсюда заходим в дом. Идем по коридору. Здесь у нас шкаф-купе. Ширина 2 метра, глубина 71 сантиметр. Далее у нас тут идет дверной проем, ширина 100. Заходим в комнату. От стены до окна 5,20. С этой стороны будет снова шкаф и будет вход с этой стороны. Ширина 248, глубина 71. Выходим из комнаты. Здесь будет лестница. Лестница ширина 160 на 160, по 80 сантиметров на ступени. Здесь будет туалет, значит, глубина 160, ширина 217. Дверной проем 70-е полотно. Зашли в туалет. Здесь у нас канализация, здесь раковина, стиралка, бойлер, котел. Вышли из туалета. Вот. Здесь 70 сантиметров под кухонный гарнитур на всю стену. Туда. Ну и здесь вот у нас кухня. А здесь у нас будет погреб. Так, вот такой вот план расположения стен в данном помещении. Сейчас будем делать теплые полы из сшитого полиэтилена и укладывать об решетку под стяжку. Сначала решетки, потом трубы. Вот такой вот план кабан. Папрушке помахай. Здравствуй, история. Здравствуй, здравствуй. А вот здесь подъем на второй этаж. Будет холодный или теплый, пока не ясно. Так, утеплителем закрыли полы. Вот он, этот утеплитель, полтинник шириной вот такой вот. Это остатки. Вон еще одна история ходит. И вот, в общем, вот так вот выглядит данное помещение на данном этапе. Пока все. Произвели укладку армирующей сетки, размер ячеек 10 на 10 по всему периметру, по всему контуру, по всей площади пола. Укладывали прямо на утеплитель, на тимплекс толщиной 50 мм. Далее будет следовать процесс укладки теплого пола. Труб из сшитого полиэтилена будем укладывать в тех местах, учитывая размеры наших шкафов и перегородок, чтобы
В будущем, когда будет монтироваться перегородки, мы никоим образом не могли пробить трубу. Поэтому для этого мы и нарисовали все размеры будущих конструкций на полу, то есть на утеплителе. И теперь по нашей сетке начнем укладку трубы. Кстати, еще такой небольшой момент. Если вам интересно, сколько было потрачено денег на данный вид работы, сколько стоила стяжка, сколько стоила сетка, сколько стоил утеплитель, сколько стоила труба, то в конце видео я дам все эти расчеты. То есть для тех, кому интересно, тот может примерно подсчитать, какое количество материала, сколько ему нужно денег для того, чтобы воплотить эту работу. Сколько нужно, в общем, потратить денег, чтобы выполнить данную работу. Поэтому смотрите это видео, и я уверен, оно вам обязательно пригодится. Ну а если это видео вам было полезно и вам оно понравилось, то ставьте пальчик вверх. Если вы еще не подписались на канал, обязательно подписывайтесь на канал. Называется он «Перестройка 116». Меня зовут Ленар. Я делаю ремонты квартир, домов и всего, что с этим связано. Также даю полезные советы относительно ремонтов и всего, что с этим связано. Поэтому обязательно подписывайтесь и пишите в комментариях вопросы, которые у вас возникают во время просмотров моих видео, либо во время проведения каких-то ремонтных работ. Продолжается процесс работы по монтажу теплого пола. Здесь у нас помогаторы или мешаторы, не знаю, как их назвать. В общем, они тут нам устроили пати, разложили свои игрушки и всевозможными способами мешают нам работать. Да, Викуся? Да. Мешаете нам работать? Нет? Ну ладно, хорошо. Сейчас пойдешь. Вот таким вот, в общем, образом протягиваем трубы по полу. Заложили уже две ветки длиной по 54 метра каждая. Расстояние между линиями 20 сантиметров. Это можно уже понять по ячейкам. Вот такие вот ячейки по 10 сантиметров. И расстояние получается между линиями 20 сантиметров. Этого достаточно будет для того, чтобы прогреть наш пол равномерно и полностью. Ну что, завершился процесс монтажа теплого пола на пол трубами сшитого полиэтилена 16 диаметра. Происходил вот таким вот образом монтаж труб. Просто с помощью стяжки мы крепили ее к сетке. Ну, с помощью сетки удобно размечать размеры пола. В общем, все это идет гораздо проще, когда есть сетка. Ну, вот здесь вот в районе кухни, с заходом под кухонный гарнитур, такая вот змеевик. Ну, в районе погреба осталась одна незадействованная зона, холодный участок. Ну, и туалет тоже сделали небольшую веточку, чтобы немножко тоже отопить это помещение. Ну вот в этом районе решили, что котел будет находиться у нас здесь. Но если будет переноситься, то уже с помощью полипропиленовых труб мы перенесем его в другое место. Но пока вот на данном этапе пол смонтирован, остается теперь его залить. Но это уже совсем другая история, другой процесс работы. Это видео было сделано для того, чтобы сохранить все параметры, все стены, размеры, которые были указаны на полу, чтобы в будущем мне пришлось случайно просверлить какую-нибудь из труб, которые были уложены до стяжки. Вот эти все размеры. В начале видео они были показаны более отчетливо. А сейчас это все выглядит вот так. Не обращаем внимания на грязные следы. Тут дети, в общем, потрудились над тем, чтобы немножко попачкать пол.
Так, вот он здесь шкаф, стены, проем, шкаф и лестничная клетка. Ну вот, на этом у меня все. Будем ждать продолжения данного ремонта, данной стройки. Ну а пока все. Всем спасибо, всем пока. Thank you.